ушел из жизни Эдуард Успенский. Писатель и драматург страдал от тяжелого заболевания. В Москве на 81-м году жизни скончался знаменитый писатель, драматург и сценарист, автор серии произведений про крокодила Гену и Простоквашино Эдуард Успенский. На протяжении нескольких лет он боролся с тяжелым заболеванием. Меньше месяца назад Эдуард Николаевич вернулся из Германии, где проходил очередной курс терапии. Писателю накануне стало плохо. Супруга Успенского вызвала медиков. Они сумели стабилизировать его состояние, однако меньше чем через сутки Эдуард Николаевич умер в своем доме, который находится на территории Новой Москвы. Когда и где похоронят легендарного детского писателя, пока неизвестно. Эдуард Успенский родился в подмосковном Егорьевске, окончил Московский авиационный институт, но на жизнь зарабатывал написанием сценариев для мультфильмов. Например, в 1966 году вышел первый мультик про Чебурашку и крокодила Гену. Его первая книга про очень самостоятельного мальчика по имени дядя Федор вышла в 1974 году. По ней потом было выпущено три мультфильма. Не так давно Союзмультфильм начал делать продолжение героев из Простоквашино, после чего разразился настоящий скандал. Успенский считал, что студия не имеет права снимать произвольные сюжеты с участием созданных ими персонажей. Он даже обратился в суд. Целых полтора года длилось противостояние. И вот недавно, всего две недели назад, Союзмультфильм и Успенский подписали мировую. Искренние соболезнования близким, родным, семье, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!